Не вот этот кошмар, кто-то должен получить по голове. Там, конечно, главный судья соревнований в большей степени принимал решение. Но посмотрим. Мёрфи и китаец сразу же выигрывают полкорпуса у всех. Понятно, что после 52-44 уже особо не покупаешься. Понимаешь, что одна из центральных дорожек занята, и там еще не так много места остается. Поэтому все идут, смотрите, по раскладке рекорда мира. А это полуфинал. Райан Мёрфи вот так может из 52 выскочить. На 26 выигрывает соток у китайца. Вряд ли, конечно, но посмотрите, хорошо смотрятся оба. Ну, завел их Рылов, это совершенно очевидно. Нет, они были готовы, просто вопрос, надо ли упираться на 52 с маленькими, или достаточно будет с 53 выторопиться. И посмотри, Мёрфи умирает на последних метрах, китаец его очень легко обходит. Это тоже хороший значок. Завтра, если... Смотри, почти по графику рекорда мира с рекордом чемпионатов. Китаец у нас финиширует. О, какой...